Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сейчас». Я Олена Кирик, і рада вітати на стрімі разом зі мною Сергій Жирнов, спеціаліст з міжнародних відносин та спецслужб, колишній старший офіцер служби зовнішньої розвідки КДБ СРСР та Росії. Сергій Олегович, привітаю. Здравствуйте, Олена, і привіт всім нашим зрителям. Я наших глядачів традиційно закликаю бути активними під час перегляду цього відео, вподобайки, коментарі, поширення, так само чекаємо на ваші підписки. Авторський канал Сергія Жирнова, наша YouTube-платформа, за це вам щиро вдячні. Сергій Олегович, начать хочу с новостей о том, что бывшего командующего 58-й армии вооруженных сил РФ генерала Попова отпустили под домашний арест. Обвиняли его в мошенничестве. Сейчас этот коррупционный кейс, он достаточно популярен. Эти дела коррупционные, они косят российский генералитет. Но что интересно относительно Попова, мы неоднократно с вами обсуждали этого генерала, фактически в прошлом году он отметился резкой критикой в адрес российского министерства обороны, Шойгу, Герасимова, и после ликвидации Пригожина, после этой авиакатастрофы, кто-то даже в Попове видел вот такого предводителя, которому верят российские солдаты, которых он может организовать, да, и закончить то дело, которое не закончил Пригожин. Сейчас его отпускают под домашний арест. Можно ли это расценивать как то, что Попов перестал быть опасным? Нет, это нельзя расценивать так, как что, что Попов перестал быть опасным. Это надо расценивать так, что идет война двух кланов. Мы ее констатировали уже давным-давно, то есть, ну вот в последнее время она была такой активной с осени прошлого года, а на самом деле она идет уже полтора года. Вот с тех пор, когда Пригожин в сентябре 22 года начал критиковать Шойгу и Герасимова. Ну, я имею в виду критиковать, ругаясь матом перед камерами. Вот. С тех пор эта война продолжается. Эта война продолжается между неким условно военным лагерем и лагерем более прагматичным. Сюда же мы можем отнести посадку Гиркина там и так далее. Попов это особая фигура, потому что его воспринимали именно как продолжение Пригожина. Но в худшем варианте, чем Пригожин. Потому что Пригожин рассматривался как такой внешний элемент, привнесенный элемент в систему, анархист, который боролся с системой. И, естественно, он победить систему не мог, потому что система всегда сильнее. Считается, да? Но он показал, его самая главная ошибка и самое главное преступление Пригожина было в том, что он показал, что на самом деле системы-то как раз нету, и она слабая, потому что никто Путина 23-24 июня защищать не вышел. И вот за это его убили. Не за то, что он организовал путч, а просто он показал, что на систему на самом деле не работает. А Попов был, его, кстати, арестовали гораздо раньше. То есть его, вернее, сняли гораздо раньше. Его сняли прям буквально в июле месяце, сразу после этого несостоявшегося пригожинского путча, еще до убийства Пригожина. Вот, потому что Попов начал примерно говорить те же самые слова, которые говорил Пригожин. А именно он начал говорить, что я командующий 58-й армией, у меня в подчинении 58-я армия, от меня требуют результатов, я вынужден бросать на мясные шнурмы людей, я не хочу этого делать, потому что я настоящий военный, я забочусь о своих подчиненных, и у меня нет достаточно боеприпасов, у меня нет логистики, у меня нет того, всего 5-го, 10-го, с чем ведут настоящую войну. Я как настоящий генерал, боевой генерал, не могу брать на себя ответственность за ведение такой идиотской войны, которую распустил финфебель, своровавший генеральские погоны, имеется в виду Путин. То есть это абсолютно та же самая история, как разговор генерала Бундесвера или Рейхсвера со Штирлицем в поезде 17 мгновений весны. Вот за это его сначала тогда сняли с командования 58-й армии и послали куда-то, сослали, там говорят, в Сирию. А потом подумали, и поскольку история с Поповым, она где-то там в армейских кругах ходила и набирала, судя по всему, обороты, потому что была предвыборная кампания, там был арест Гиркина потом, там было осуждение Гиркина, потому что вот этот вот правый лагерь, военный лагерь, типа там Малафеева, Дугина, Гиркина, Попова, они все критикуют Путина справа, то есть они говорят, Путин неправильно ведет войну. Они говорят, что война неправильная. Они говорят, что надо прекратить войну. Они говорят, что надо заключить мир. Нет, они говорят, надо продолжать войну, но надо продолжать настоящую войну. Не такую, как ведет Путин. Война Путина идиотская.
Вот. И по этому поводу с ним было очень тяжело бороться, потому что он не выступал как идеологический враг Путина, он выступал наоборот как идеологический как это называется, помощник Путина. Он его критиковал не за то, что он войну ведет, а за то, что он ее плохо ведет, ее надо вести по-другому, тогда в ней можно будет победить. Вот о чем говорил Попов. Об этом же говорил Пригожин, об этом же говорил Биткин, об этом говорят Малафеев, об этом говорит Дугин и прочие, и же с ними всякие там генералы Гурулевы и прочие всякие люди. И поэтому они чрезвычайно опасны для режима. Но у режима есть противники внутри Кремля. И внутри Кремля мы чувствуем, что есть какие-то такие рациональные технократы, назовем их так, они не голуби никакие, то есть они не тоже, они не против войны. Они против войны, которую не выигрывают люди. Они против войны, которая идет в тупик, потому что они заработали миллиарды, они заработали, накупили себе вилл, сделали себе европейских паспортов, американских, кипрских, австралийских паспортов, и они хотели жить в мире, они хотели ездить по миру, они хотели пользоваться благами этих наворованных миллиардов, которые они наворовали за 25 лет. А Путин со своей войной им все испортил. Значит, они находятся под санкциями, у них начинают конфисковать у кого-то какие-то вещи, кому-то запретили что-то там делать и так далее и тому подобное. И вот этот лагерь, он в последнее время активизировался, и мы видим эту самую войну уже на протяжении там 9 последних месяцев. Вот когда, допустим, лагерь Ястребов убивает Навального, а лагерь рациональных технократов отдает тело Навального матери, организует похороны. Когда, и так далее, и тому подобное. И вот сейчас, когда отпустили генерала Попова, это победа лагеря рациональных технократов. Но это победа в результате чего? Потому что в этом СИЗО, где содержат сейчас всех вот нехороших людей, получилось два трупа. Сейчас два человека там умерло в СИЗО, якобы там тоже оторвались тромбы у кого-то. И жуткая ситуация складывается, потому что для Кремля, потому что получается, что они внутри там не только Навального убивают, но теперь начинают убивать там генералов каких-то, администраторов Министерства обороны и так далее. И поэтому под шумок это сказали, ну ладно, мы Попова, ведь дело-то не закрыто, его просто отпустили под домашний арест, чтобы он не сидел в СИЗО. То есть в этом смысле не надо видеть, что это прям вот там все, с него сняли уже все обвинения, ничего с него не снято, все идет своим чередом, просто его не ему послабление сделали. Отпустили его под домашний арест. А дальше? Он будет что-то говорить? Он будет вести какую-то бурную деятельность? Ведь в сеть попали кадры, как его встречали сторонники, да, когда он выходил. Пусть это не многочисленная была акция, но тем не менее. Вот что дальше? Насколько он сейчас будет становиться публичной фигурой? Насколько будет продолжать вот эту свою деятельность, основанную на критике? И чем это угрожает непосредственно сейчас кремлевской верхушке? Это угрожает всем на самом деле. Это угрожает всем, потому что для Попова быть публичной фигурой – это единственное спасение. Потому что если он не перестанет быть публичной фигурой, то его там просто убьют и забудут про него. Поэтому он должен оставаться публичной фигурой. Но он не должен стать публичной фигурой, как Гиркин, потому что иначе его посадят все равно, его вернут. Потому что Кремль не может терпеть людей, которые публично высказываются. Но вы же видите, вот еще есть один кейс, который я вам приведу, где такая же проблема. То есть есть люди, которые высказываются против чего-то там в режиме, это там вдовы, жены, матери мобилизованных, которые организуют какие-то акции, требуют вернуть их мужей там и так далее. Вот с ними Кремль тоже не знает, что им делать, потому что он их убрать не может, но они сидеть спокойно тоже не могут. И вот это нерешаемая задача. То есть на самом деле Кремлю тогда надо будет отпускать мобилизованных, а он это не может, потому что у него не хватает бойцов просто элементарно. И с Поповым та же самая штука. Я прошу. То есть это такая бомба замедленного действия сейчас для режима, правильно я понимаю? Это бомба замедленного действия. Да, причем бомба замедленного действия, которая может сработать неизвестно как, неизвестно когда и неизвестно куда. Вот. И, конечно, это очень опасная штука. То есть, ну, если, грубо говоря, с ним, я думаю, постараются просто заключить договоренность какую-то.
То есть, грубо говоря, ты сиди тихо дома, но не делай из себя политической фигуры. Тогда мы, может быть, там закроем это уголовное дело и забудем про него. Вот, с женами сложнее, потому что их несколько человек, и они девушки, которые эмоциональны. Попов не эмоциональный человек, Попов генерал. Какая у него там эмоция? Ну, он там сказал, что я там болею, значит, генерал, отец солдатом, да, то есть он болеет за своих солдат, как за своих детей. Вот, но это такая эмоция, с которой можно генералу справиться. Вот, он не революционер никакой, это надо понимать, да, что он, опять же, я вам говорю, он не человек, который не говорит, что Путин затеял жуткую неправедную войну, он говорит, нет, война-то правильная, просто ведут ее неправильно, ведут войну. Так как я генерал боевой, собираюсь ее вести, то мы победим, мы будем в Киеве. Вот что говорит генерал Попов. То есть не надо его представлять как революционера, который там будет выступать в пользу Киева, там, я не знаю, в пользу Украины, в пользу украинцев. Он абсолютно этим не... его это не озадачило. У него не эта задача. У него задача спасти самого себя и спасти своих подчиненных, когда у него он был во главе 58-й армии, чтобы им дали корректное количество вооружений, чтобы они победили в этой войне. Вот, вот что такое генерал Попов. Ситуация между представителями ФСБ и Минобороны. Насколько обострены сейчас в России вот отношения? Насколько уже открыта и начинает быть война? Эта война шла всегда, идет сейчас и будет идти всегда. Эта война не потому, что там какие-то хорошие люди или плохие люди. Это война институтов власти или институций, как по-русски можно сказать, потому что институты воспринимают как здание какое-то или как учебное заведение. Нет, это институты власти. И ФСБ – это один институт власти, это контрразведка и служба безопасности, и политическая полиция, а армия – это другой институт власти. И между ними есть противоречия, потому что ФСБ – обеспечивает контрразведное наблюдение за армией. То есть, грубо говоря, ищет там шпионов и предателей. Армия это, естественно, не нравится. Когда военная контрразведка, у нее там залезает в нижнее белье, в их какие-то делишки, плюс ФСБ вот в этом смысле наблюдает также за коррупцией в армии. Но не только ФСБ, там есть, конечно, и просто Следственный комитет, и Генпрокуратура, и Главная военная прокуратура. Там есть много кому надзирать. Но ФСБ является оперативным органом дознания и следствия, который это дело расследует. И расследует дела в военной тайне, там нарушения военной тайны о предательствах, о, там, я не знаю, предательстве Родины, шпионаже там, и так далее. Это армии не нравится. И поэтому между ними постоянно есть противоречие. Точно так же, как такое же противоречие есть между ФСБ и Министерством внутренних дел, между ФСБ и разведкой, то есть контрразведкой и разведкой, как это всегда было во всех странах, во все времена и всегда будет и так далее и тому подобное. Поэтому здесь говорить о том, что это какая-то новелла, не стоит. Это всегда было и это всегда будет. Другое дело, что когда сейчас... Смотрите, Сергей Олегович, эти коррупционные скандалы, эти коррупционные кейсы, все-таки это результаты вот этой войны ФСБ и российского Минобороны, или это результаты деятельности вот новоприбывшего министра, который пытается, как бухгалтер, да, Белоусова же бухгалтером называли, просчитать, где, собственно говоря, убывают, да, какие-то средства. Тут для понимания. То и не другое. Это борьба за власть. Я вам говорю, это институты власти. Их не интересует никакая коррупция. Вот забудьте про это дело. То есть забудьте про людей, которые с какой-то коррупцией борются. Они все коррупционеры. Они все коррупционеры. Начиная с этого Белоусова. Он такой же коррупционер, как все другие. Просто он меньший коррупционер, чем Шойгу. Или он там, я не знаю, там коррупционер в белых одеждах. То есть он пытается сделать из себя некого человека, который говорит, что я вот на фоне всех остальных воров, которые воруют миллиардами, я ворую только миллионами, поэтому я вообще даже и не коррупционер. Кстати, генерал Попов абсолютно такой же вариант, потому что не воровать в российской армии нельзя, не воровать в России в путинском режиме нельзя. Коррупция – это составляющая путинского режима, это составляющая российской армии, составляющая ФСБ.
ФСБ такой же коррумпированный орган, как и все остальные. Они точно так же разруливают, они точно так же отжимают какие-то бизнесы. Просто каждое подразделение ФСБ, каждый заместитель директора и сам директор курируют отдельных олигархов и, соответственно, выражают группы отдельных олигархических, интересы отдельных олигархических групп и используются как инструмент в экономической борьбе олигархических групп. Поэтому говорить, что там какая-то коррупция, кто-то борется с коррупцией, вот это нет. Это просто внутренняя борьба за власть. Ничего другого здесь нету. Это борьба между олигархическими группами за власть, за влияние там, на Петрушку Путина, который тоже ничего не решает, но который формально является разводящим в этой бандитской системе. Поэтому говорить о том, что кто-то там, ФСБ, значит, у них какая-то там задача разрулить коррупцию, да нет. И у Белоусова никакой задачи разрулить коррупцию нету. Я, в общем, вам высказывал версию, что Белоусова назначили для того, чтобы вообще развалить Министерство обороны. Потому что знаю, что это слон, которого пустили, грубо говоря, в фарфорную лавку. И вот он сейчас вошел в фарфорную лавку Министерства обороны, где все было тоненько отстроено, коррупционные связи. И он, значит, ходит своими толстыми ногами и огромным многотонным мясным телом и давит все эти связи. В результате вся эта лавка идет к чертовой бабушке. Это, кстати, очень хорошая новость для Украины. Это самая хорошая новость за последние два месяца для Украины, что Министерство обороны сейчас не работает в Российской Федерации. Вообще не работает. Там весь центральный аппарат сейчас парализован. Потому что всех там посадили, а кого не посадили, того сняли, а кого не сняли, то подозревают, а все остальные боятся, коррупционные связи не работают, и все это дело остановилось и не крутится так, как крутилось раньше. Вот, и идет иногда кое-какая коррекция в этой борьбе, потому что все, борьба продолжается, война продолжается. Два трупа вокруг Сергея Иванова уже образовались, и поэтому сейчас двух людей отпустили под домашний арест. Попова и вот этого самого бизнесмена, которому там тоже обвиняли в вину коррупционной связи с ним. Потому что поняли, что это мелочевка и что это политика, это совсем другое. Ну, нужно вообще убрать все это дело, потому что генерал Попов представляет, потому что, ну, грубо говоря, в армии, когда сажают какого-то администратора в руководстве министерства, для генералов и для подчиненных, и для офицерства, это радость. Они не выйдут на манифестации свободу Тимуру Иванову, потому что Тимур Иванов вообще никто, это гражданский, который пришел вместе с Шойгу. Цаликов – это гражданский, который пришел вместе с Шойгу, это такой же вор, как и Шойгу, и они занимались только тем, что у Тимура Иванова жена навесила себе два бриллианта по 10 миллионов долларов, то есть по стоимости танка «Абрамс». Вот она была такая, два танка «Абрамса» у нее в ушах, и она поехала кататься в Куршевеле на лыжах. Вы понимаете, что ни один лейтенант или сержант, который служит где-нибудь там на Крайнем Севере, и который видит картинку этой жены Иванова с бриллиантами в Куршевеле, не выйдет никогда на манифестацию «Свободу Тимуру Иванову». А вот генерал Попов – это боевой генерал. Вот за него могут выйти, потому что он заботится, опять же, он не против войны. Он не против даже режима путинского. Он против бардака в армии, когда идет война. Вот и все, ничего другого. Но люди, которые находятся на фронте, понимают, что их же кидают постоянно. То есть они для Путина представляют мясо просто, фарш, который кидают, за которым забрасывают, значит, украинские войска. И все. И они это прекрасно понимают. Они хотят жить, они хотят получать, стать бенефициарами от этой войны. Они хотят заработать деньги, погоны, звездочки, звания, медали, квартиры, дачи и уехать к своим женам домой в тыл. И все. И другого им ничего не надо. И поэтому к генералу Попову отношение совершенно другое. В чем ценность Иванова сейчас, Тимура Иванова, за решеткой? И в чем ценность его свидетельств? То, что он может рассказать. Потому что вот с момента, когда его отправили за решетку, время от времени появляется информация о том, что якобы он пойдет на сделку со следствием и даст какие-то показания. Пока все на уровне слухов, никакой информации об этом не появляется, но так или иначе мы понимаем, что те показания, то, о чем может рассказать Сергей Иванов, для кого-то очень важно. Да, конечно, они важны для Шойгу, потому что он работал в связке с Шойгу. Показания Сергея Тимура Иванова никому не нужны, никакому следствию не нужны. Потому что самое главное, что Путину нужно, и тому же Белоусову нужно, чтобы показать, что Тимур Иванов – это
индивидуальный случай индивидуального коррупционера, ничего больше. Но держать его показаниями можно за причинное место товарища Шойгу, которого отодвинули немножко, а также там и же с ним, потому что вы сами понимаете, что коррупция потому и работает, что в ней завязано огромное количество людей, и что если Тимур Иванов по-настоящему начнет давать показания, и все это дойдет до суда, там надо разгонять все Министерство обороны. А потом возникнет вопрос, а кто назначал своими указами всех генералов и всех начальников Министерства обороны? И все поймут, что их назначал товарищ Путин. То есть там надо разгонять весь путинский режим. Поэтому никто не заинтересован в том, чтобы дело Иванова стало каким-то коллективным делом, большим, коррупционным и так далее. Нет, из него сделают лично вот стрелочника, который заплатит за всех, но его показания лягут в сейф и будут дальше говорить, если кто-то там вякнет, то мы достанем кусочек этих показаний Иванова и посадим вот лично вас. Но будем сажать штучно. Путинскому режиму ни в коем случае нельзя показывать, что это какая-то система. Потому что эта система вся государственной власти в Российской Федерации. Потянешь за ниточку, упадет Кремль. Вот в Министерстве обороны потянешь какой-нибудь там за ниточку. Да в каком там Министерстве обороны? Возьмите воинскую часть где-нибудь там в Чувашии. Да, или там, я не знаю, там в Магадане. Потяните за ниточку, и упадет Кремль. За 10 тысяч километров, потому что все сходится в Кремле, все сходится в администрации президента, все сходится в правительстве, и все в итоге завязывается на Путина. За любую ниточку вы потянете, вы все равно сделаете так, что упадет Путин. Поэтому делают так, что сначала обрезают эту ниточку где-нибудь там посерединке, а только потом начинают за нее тянуть, чтобы вот если там в Магадане потянуло, чтобы, ну, упал там какой-нибудь там полковник местный внутри. Потому что даже если там тянуть, там упадет губернатор, там упадет начальник военного округа, там упадет начальник ФСБ, там упадет начальник военной контрразведки, прокурор республиканский и так далее. То есть там все упадут. А если дальше вы будете тянуть, то упадет Кремль, упадет Министерство обороны, упадет ФСБ в Москве. Вот так устроена власть путинская. Поэтому Иванова будут, значит, из него выбьют все показания, засекретят все это дело, сложат в сейф к Путину. И Путин дальше будет говорить, слушай, а вот у меня тут, ему будут говорить, вот какой-то тот у нас это вякнул там чего-то. Он говорит, ну, в показаниях Иванова есть ли у него какой-то компрометирующий материал? Есть. Все, давайте, реализуйте. И посадят очередного человека. И так может тянуться 20 лет, 30 лет, пока этот режим существует. Сергей Олегович, я думаю, вы видели интервью главы украинской разведки Кирилла Буданова, где журналисты ему задали вопрос, известно ли Буданову о каких-либо покушениях на Путина. На что он ответил? Дословную цитату приведу. Они были, ну, как видите, пока неудачны. Из этого всего, значит, Роспропаганда сделала целую новость, которую накануне даже вот озвучила представительница МИД Захарова, которая заявила, внимание, что покушения на Путина готовились на деньги Соединенных Штатов Америки. Как вы прокомментируете вот эту истерику российского МИДа? А здесь нет никакой истерики российского МИДа, потому что эту истерику спровоцировал Кирилл Буданов. Потому что если бы Кирилл Буданов не вышел и не сказал в свое интервью, не было бы никакой истерики. Это все ИПСО, которое Кирилл Буданов сам лично устроил. Это его была задача устроить такое ИПСО и спровоцировать эту истерику. Он занимается троллингом, он занимается пропагандой, он занимается ИПСО. Потому что, естественно, когда начальник военной разведки говорит, что типа у нас ничего не получается, но ведь самый главный посыл-то какой в публике появляется? Что военная разведка Украины занимается тем, что организовывает покушение Путина. И вот сейчас пока не получилось, но когда-то может получиться. А это значит, что военная контрразведка Российской Федерации перестанет спать. Служба, Федеральная служба охраны Кремля перестанет спать. Служба охраны президента Российской Федерации перестанет спать, потому что они все будут искать эти украинские заговоры, эти покушения, эти попытки убить Путина. Вот для чего было сказано все это дело Кирилла Буданова. И я балдею от его троллинга, конечно, но я всем говорю, что это троллинг. В сети появилась информация о том, что власти КНР в Пекине будут принимать высокопоставленных представителей Хамаса и движения ФАТХ
На следующей неделе об этом сообщил Нью-Йорк Таймс. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что Китай этим занимается уже давным-давно. Он этим занимался неофициально, потому что мы знаем, что у Китая очень сильные позиции на Ближнем Востоке, ну там в Африке, само собой, но на Ближнем и Среднем Востоке у Китая очень сильные позиции. Я вам напомню, что Китай был той уникальной страной, которой удалось добиться подписания мирного договора между суннитами и шиитами. Это продолжается 1000 лет, и Китаю удалось разрулить эту неразрешимую задачу, потому что шииты и сунниты рассматривают друг дружку как гораздо больших, в качестве гораздо больших врагов, чем даже неверных. Вот, и они там друг друга вешали, убивали, разрезали на части, пытали много сотен лет, больше 1000 лет. Ну вот сколько существует ислам, столько существует это там разделение на суннитов и шиитов, и столько существует войны между ними и так далее. И Китаю удалось разрулить эту тысячелетнюю задачу, которую не удалось разрулить никому. То есть он помирил Саудовскую Аравию и Иран, грубо говоря, да, которые были формально считались значит, врагами. Вот. Ну, понятно, что это пока что подписание было, то, что все это накопленное за 1000 лет, значит, всякие там ресентименты остались. Вот. Но, тем не менее, Китай имеет очень серьезные позиции на Ближнем Востоке и на Среднем Востоке. Вот. И общался с кучей народа. И понятно, что у него были свои интересы. Он поддерживал какие-то террористические группы. Должен вам сказать, что Хамас нарушил очень серьезно планы Америки и Индии против Китая. То есть Хамас сыграл в пользу Китая. Это такой периферийный вопрос, который, так сказать, израильтяне, которые занимаются своими внутренними делами, они его не видят. Вот. Но если отъехать, вот понимаете, всегда, когда вы рассматриваете какую-то проблему, то вы на нее наезжаете как бы зумом, и у вас остается только маленькая проблема в микроскопе, она становится огромной, и вы кроме нее ничего не видите. Вот, в геополитике это очень неправильный ход, то есть это нужно этим заниматься, но одновременно нужно сделать зум, отъезжать зумом и смотреть, а что происходит там в Латинской Америке, а что происходит в Африке, а что происходит в Азии, а что происходит в Европе, а что происходит в Америке одновременно с тем вот маленьким конфликтом, на который вы смотрите. И вот если отъехать таким образом, то вы понимаете, что Китай строит большой шелковый путь из Китая в Европу, потому что Европа является его главным торговым партнером, на котором он зарабатывает деньги. И таким образом Китай именно поэтому выстроил особые отношения с Центральной Азией, поэтому Китай разорвал свои отношения экономические с Российской Федерацией на этом направлении. Он развивает на другом, но на этом направлении он с ними разорвал. То есть он понял, что через Россию, через Беларусь плохо вести торговлю с Европой, потому что эти две страны перестали быть нормальными партнерами для Европы. Поэтому теперь он выстраивает это с Центральной Азией, дальше Азербайджан, Турция, и дальше Европа пошла. Вот. И у него возник, он вложил в этот проект уже $1 триллион. И продолжает вкладывать, и, естественно, так сказать, вот поездка недавняя там в Венгрию и в эту самую, в Сербию, это вот как раз вот в этом направлении. Это конечные пункты. То есть вот где будут перевалочные пункты? Раньше они были в Беларуси, а теперь их нужно сделать где-то там вот в Восточной Европе, вот типа там Сербии или Венгрии. Вот. А Америка и Индия захотели построить параллельный такой же путь через Аравийский полуостров. Саудовская Аравия, Израиль, Средиземное море, Европа. И вот когда все это дело состоялось, то вдруг Хамас устроил войну с Израилем, и в результате весь этот проект индийско-американский накрылся медным тазом. И вот для этого Китай принимает делегацию Хамас. Потому что он им говорит, что ребята, молодцы, спасибо, вот вам денежка, вот вам вознаграждение, потому что вы расстроили все эти планы, значит, Америки и Индии,
потому что Индия для Китая очень серьезный конкурент. Америка одновременно и конкурент, и клиент, но вот здесь он был, она была конкурентом. И, значит, одновременно они устроили такую бучу, что теперь на Аравийском полуострове опять никто с кем... Потому что там же при Трампе, кстати, получилась вещь, которая не удавалась никому. И это, кстати, ответ всем моим критикам, которые говорят, вы не любите Трампа, поэтому вы говорите, что он плохой президент. Я не люблю Трампа, но я говорю, например, что во внешней политике Трампу удалось абсолютно гениальная вещь. Он добился подписания так называемых соглашений Давида между некоторыми арабскими странами и Израилем. И вот это открывало путь к очень большой торговле, к развитию торговли, которую собирались использовать Соединенные Штаты Америки и Индия. Вот. И Китай увидел в этом прямых своих конкурентов, это для него просто убийство, потому что если такой путь сделаете, то не нужен Суэцкий канал. В этом, кстати, это убивает Суэцкий канал, потому что тогда не надо огибать Аравийский полуостров и вести морем через Суэцкий канал, а можно просто приехать прямо в Персидский залив, прямо в Саудскую Аравию разгрузиться, и дальше контейнеры пошли через Саудскую Аравию, там, Иорданию и в Израиль. Вот, или там в Ливан, куда-то там на берег Средиземного моря. И вот для этого Китаю понадобился Хамас. Какой может быть реакция международного сообщества на это? И как из этого будет теперь выкручиваться Китай? Я тут захотел улыбнуться, вот точно так же, как вы, когда произнесли фамилию Бунанов, я сразу улыбнулся, если вы заметили, да? Вот, и здесь вы сказали, международное сообщество, я сразу удивился, улыбнулся. Чего-чего? Хотел вас переспросить. Реакция чего-чего? Международного сообщества? Это чего такое? Организация Объединенных Наций? Да. Ну как? Они могут собрать заседание Совета Безопасности и сказать, что ай-яй-яй, плохо делаете. Ну то есть будет 25-тысячное заседание Совета Безопасности, которое могут даже резолюцию какую-то принять. И что? Что изменится? Какая проблема у международного сообщества? У международного сообщества есть какие-то рычаги. Вот у отдельных стран есть рычаги торговые с Китаем. Потому что, грубо говоря, Европа может сказать, слушай, Китай, ты нехороший человек, вот мы у тебя не будем покупать чего-нибудь. Если мы у тебя не будем ничего покупать, или Соединенные Штаты Америки скажут, что мы у тебя не будем ничего покупать, то Китай загнется за пару месяцев. Но в мире же все взаимосвязано. То есть, если вы ничего-то не будете покупать, то вы же тоже от этого потеряете. Это мы посмотрели уже на фоне российского газа, российской нефти в Европе. Да, есть какие-то страны, которые до сих пор сидят на игле, типа там Австрии, Венгрии там, и прочих некоторых стран. Но все остальные нашли другие источники. И вот Китаю, в принципе, может быть и другие варианты, потому что на самом деле в Юго-Восточной Азии сейчас много. Вот почему посланец США сразу приехал во Вьетнам сразу после поездки Путина? Потому что Вьетнам является одной из стран, которые заменяют сейчас Китай. И потенциально, то есть каждая из этих стран не может заменить Китай. Ну, за исключением Индии. Индия может заменить Китай, у нее больше населения, чем в Китае. То есть если их всех заставить работать на фабрике, то Индия может стать такой же фабрикой мира, которой до сих пор был Китай. Поэтому, кстати, у них и непреодолимые противоречия между собой. Плюс еще там у них цивилизационные противоречия, тысячелетние. Вот, потому что каждая страна считает себя огромной цивилизацией, является огромной цивилизацией, вот, со своей культурой, со своей там, философией там, и так далее. Вот, так что в этом смысле есть чего. Но на самом деле рычагов много, но рычаги все обоюдоострые. То есть для того, чтобы влиять на Китай, можно очень легко повлиять на Китай, но вы тогда останетесь без китайских смартфонов, без китайских футболок, без китайских трусов, без китайских батарей для электрических машин и чего только не. Вот, и поэтому обрезать эти связи нельзя. Но и позволить Китаю делать все, что он хочет, тоже нельзя. Поэтому Соединенные Штаты Америки, например, говорят, хорошо, трусы мы у тебя покупать будем, а вот продавать тебе электронику 25-го поколения мы тебе не будем. И будешь ты поэтому страной, которая шьет трусы для Америки. А мы будем делать электронику с Илоном Маском, там, я не знаю, там, Теслой, там, и так далее. Вот и все. И Европа может делать то же самое, потому что, ну, у Европы она в этом смысле ушами хлопала больше, потому что она многие свои производства перенесла в Китай, потому что там можно загрязнять окружающую среду, как хочешь, там можно платить копейки рабочим и так далее. Ну, можно было,
потому что сейчас уже не так, и сейчас уже ищут какие-то другие страны. Но этих стран много. Там есть Малайзия, там есть Индонезия, там есть куча чего, где, если сложить, там вот есть Индия, есть Вьетнам, Лаос, Камбоджа, там куча всяких стран. Если их всех сложить, то все это получится там в два раза больше, чем население в Китае почти что. Вот. Так что есть кому. И плюс есть целый африканский континент, который вообще пока что еще не используется на полную силу. И если уж из него можно тоже сделать, потому что там скоро будет 2 миллиарда населения. Вот это они, так сказать, не занимаются ничем сейчас, кроме как попытками переехать в Европу на халяву. Вот. Если их там в Африке организовать соответствующим образом, то Китай может потерять очень много. Кстати, поэтому он очень сильно присутствует в Африке. Он заранее увидел такую вероятность и такую возможность. И поэтому он попытался сделать все, что возможно, чтобы захватить Африку. И в этом смысле он, кстати, является там конкурентом Путина. Сергей Олегович, я благодарю вас за интересный обзор, за интересную, как всегда, беседу, за то, что находите время и возможность нашим стримам присоединяться. Всегда вас рады видеть на нашей YouTube-платформе и до скорых встреч. Спасибо. Сергій Жанов, спеціаліст з міжнародних відносин та спецслужб, разом із нами на стрімі. Традиційно наших глядачів закликаю не забудьте підтримати це відео вподобайкою, коментарем та поширенням. Так само чекаємо на ваші підписки як на авторський канал Сергія Жирнова, так і на нашу YouTube-платформу.